DPI 400, Sensa 1.8, в зуме, кстати, 0.9. Лучше, да, стало? Ну да, вот какие-то иконки появились. Иконки? Начинай молиться, братан. Проходит розыгрыш на горячичные грезы. Участвуй, ссылочка в описании. И второй сюрприз, это ты можешь заработать 200 рублей. Мэн, все будет хорошо, блядь, русское радио. Hey, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. Отдельный привет подписчикам, которые давным-давно меня смотрят. Ну и привет всем тем, кто только-только начинает смотреть. Давай подписывайся, будь в числе первой сотни тысяч подписчиков. Сегодня будем катать на конфиге Манесси. Кто такой Манесси? Это подрастающая звездочка Нави, да и в принципе Counter-Strike в целом. Я уже заглянул в его конфиг и офигел от крутых биндов, от вообще построения хада и прочего-прочего. Все ты увидишь в этом видео, а тебе только одно. Лайкусик, смотрим спонсора и начинаем. Друзья, хочу представить вам новый проект под названием CSGOLucky.gg. Тут есть три режима игры. Это Coin Flip, это Crash и также Jackpot. Выбирай себе по душе, во что ты будешь играть. Я, кстати, пополнил баланс на 500 рублей и был дико удивлен, что мне еще сверху насыпали 120 рублей. Неплохо. Давайте, кстати, пройдемся по Crash. Это мой любимый режимчик игры. Итак, ребят, сейчас раннее-раннее утро, поэтому на сайте пока никого нет и втихаря мы можем поднять баблишко. Окей, ставлю 60, я уже выкупил это из магазина. Начать. Ставлю коэффициент 3. Это якобы, чтобы сайт подумал, что я буду идти до Талова. На самом деле на 1.4 мы смело выведем, потому что Серега что-то знает в краше. Полетели. Хорошо, попробуем еще раз. Бомба, не взрывайся. Не взрывайся, бомба. Я уверен, что сейчас мы будем выводить на 2.4. Отлично, вышли в итоге на 2.65. Ха-ха-ха-ха, хорошо. Буквально за пару минут я себе вывел бульдозер прямо в инвентарь. Так что смело могу сказать, сайт новый, честный и вывод работает. У CSGOLucky также проходит конкурс в группе ВКонтакте. И если ты перейдешь по моей ссылочке в описании, то ты еще вдобавок получишь 15 рубинов себе на счет. В общем, пробуй. Сейчас сразу пойдут вопросы о том, что где скачать конфиг Манесси. На сайте prosetic.net просто в поиске пишешь Манесси и все, у тебя все выскакивает. Давайте посмотрим по его настройкам по девайсам. Девайсы перед вашими глазами, а настройки такие. DPI 400, Sensa 1.8, в зуме, кстати, 0.9, хотя катают савиков, это очень классно. И разрешение 1280 на 1024. Я уже чуть-чуть покатал на этом разрешении и скажу, реально это лучшее разрешение. Сейчас вы сами все увидите. Так, ну что, начинается каточка, я вижу, с ножек сразу берется в левую руку, это очень классно, кстати. Слушай, Манесси, как видно, да, голова вот такая вот на мониторе у пацана. Смотри, как я легко попал ему в голову. В смысле на F1 закупка? А F2 это что? Взял калаш на втором раунде, но это значит, надо будет ставить сейчас голову. О, как хорошо ставится-то! Блин, как хорошо катать-то! Слушай, нифига, как вообще ставится, ты посмотри, что творю. Хорошо, ну вот закупка на F1, конечно, меня напрягает. А, Б это что у него? Б это просмотр оружия. А F это что? А F это ничего. Но нож в левой руке выглядит классно. Как, слушай, как двигается, смотри, как я двигаюсь. Ля, пацаны, это какая-то новая технология. Манесси, слушай, читер нахрен. Чего? Чего? He plays very good, man. Чел говорит, даже хорошо играет, это не я, это Манесси, чё. А, гранаты у него на X, на C, на F это флешка. Слушайте, мне нравится конфиг. Nice try, green friend мой. Man, все будет хорошо, блядь, русское радио. Для тебя я подготовил несколько сюрпризов. В группе ВКонтакте проходит розыгрыш на горячичные грезы. Участвуй, ссылочка в описании. И второй сюрприз, это ты можешь заработать 200 рублей. Все, что нужно, подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и порекомендовать меня хотя бы одному своему другу. И все, в следующем видео ты увидишь себя вот на этом месте. А победителем с прошлого ролика стал вот этот парень. Как он там называется? Smoke and give его на stairs, окей? Какие вообще? Ты видел, как переводится все? Вообще охрененно. Не попадай, минус 27, не дай кого забрать ему. Ваншот. Серега! Он топнет. С минус 4. Дай мне эйс. Эйс, гайс! Never mind, there is basic English, but I like your English. Мне нравится, у Манесси ножик в левой руке, это очень круто. Это прям я себе в конфиг по-любому поставлю, это очень удобно. Забрал. Хорошо.
А, вон он, жопа его сидит, он дефает там. Хитрожопая жопа. Ладно, 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 ничего, ничего, нормально. Тыш, полетела, смок флэш. Подожди, у него на джей? Джамп-троу на джей, пацаны, это же неудобно. Зуб даю, вантап будет. Руку даже убираю. Вантап, херня, это не вантап. Как это сочно! Гайс. Вантап, чекай вантап. А, почти, близко было. Thank you very much. Ну что, пора рассказать о своих ощущениях после первой каточки. Что мне понравилось в конфиге? Это сенса, это разрешение, этот хат и прицел, который присутствует. Я просто дико с этого кайфанул. Что мне не понравилось в конфиге? Это то, что закуп на F1. Я постоянно напрягался, я привык через B делать. У него B это показать оружие. Ну и, кстати, плюсик большой, который я хочу поставить Манессе, это в руке левый ножик. Это классно. Ну что, погнали теперь на Хэрпас. А я не розовый. А ты голубой? Фиолетовый, скорее всего. А что ты сразу на фиолетовую-то стрелки перекидываешь? Нет, я про цвет. А, я не я про понял. Человека. А, так, то есть фиолетовый может быть голубой. Странный ты. Я точно нет. Не туда ты зашел, петушок. Сарямба. Ну да, запахло, запахло, я чувствую. Чем пахнет, а? Великий всемогущий, Сайбербанана, поехали. Давай, давай, могу. Да ладно! Ты говоришь, у тебя дислексия, ты можешь там менять, да? Давай я тебе слово, два слова скажу, ты их должен поменять. Это дело непроизвольно. Ну давай попробуем. Ну если хочешь, можешь. Из-под выпад верта картава. Из-под которого выперт ворта. Нет, неправильно, брат. Из-под которого выпад ворта. Я, блядь, у меня дислексия, она работает тогда, когда я хочу. Синий, что там, 3D-обработку включил? Да. Хорош, хорош. Лучше, да, стало? Ну да, вот какие-то иконки появились. Иконки? Начинай молиться, братан, блядь. О, у нас с тобой гонка, да? Кто больше стреляет? Хорошо. Ох, как я ему бачочек откусил, ты бы видел. Это было сочно. Давай я наберу больше фрагов, ты меня в ролик вставишь. Ну то, что вставлю, по-любому, но в ролик не знаю. Ну это, в принципе, тоже неплохо, я не против, но все равно хотелось бы, чтобы мама по телевизору увидела. Ну да, такой лучше не видеть, конечно. Ну ладно, подумай, хорошо. Нормально, нормально, все в порядке. Ну я устал первый на ноге выходить, мне фраги надо. Уф, какой подзатыльник, а. Ты чувствуешь, я тебя в спину дышу? А, 20-20, братик. Ну, бля, я предлагаю просто реванш. Чё, давай, давай, что дальше? Давай, давай, да я иду, иду. Ладно, если я поиграю, я что-то должен буду сделать. Так мы с тобой договорились. На близость? А если ты, я не услышу, что ты сделаешь? Ну, ну я ему сосать должен. Впрочем, это уже совсем другая история. Ну что, понравилось видео? Обязательно поставь лайк и напиши комментарий, какого ты игрока хотел конфиг видеть в следующий раз. Я проверю, посмотрю, почитаю, и большинство, кто выберет, того и покатаем. Все, с тобой был Серега, Сайбербанана. Посмотрел этот видосик, а я погнал пилить дальше годный контент.